берете велосипед и едем дальше, домой. Встречать Рождество. Кстати, школа с понедельника у детей начинается. Последние выходные и каникулы наши закончились. Да. Пролетают каникулы. Пока учеба идет, ежедневная запарка, не успеваешь ничего запланировать. И каникулы всегда наступают внезапно. Наступили, а планов нету. И незапланированные каникулы проходят обычно как-то слишком вяло и тихо. Обычно в кроватях у детей. Все отсыпаются на таких каникулах незапланированных. Точнее, не распланированных. Чащие покупки наши. Ну, ничего не поделаешь. Такова соляви. Такова жизнь. Соляви. Das ist Leben. Если на немецком сказать то же самое. Соляви. Das ist Leben. Das ist Leben. Или Leben. Понеслась по кочкам. В кои веки я в магазин без детей поехал. Короче, дети разлетелись за каникулы. Не хотят никуда вообще ходить есть. О, опять эта машина стоит. Опа, красавица. Чик. Я понял, из-за фонаря ни хера не видно. Вайн. Партнер, блин. Фонарь нужно выключить. Тогда будет лучше видно, да? Да, вот эта вилка, на которую машина сцепляет. Как видно. Аварийная. В фонарях есть. Засвечивает, да? Ага. Может, так лучше. Это тоже подсвечивает, мне кажется. Трусится не так, как бы сильно есть. На все зацепки он зацеплен. Но тогда закрыта широкоформатная камера. Если на все зацепы зацеплен. Так, похоже, пожарные повыезжали. Одна машина, по-моему, стоит. Сейчас мы подъедем ближе, посмотрим. Дадут проехать непосредственно там, где они работали.
еще продолжают упаковку. Видно, серьезно был пожар. Последние вот уезжают. Следующий дом. Так вот они уйдет на прощание. Да, такое бывает на Рождество. Часть это, да, которая возле нас. Туда и поехали. Соседние улицы. Тут находится пожарная. Сумки привезли. Привез. Приходится одинокому отцу возить продукты. Сегодня это уже не первые сумки домой. Было еще 3 сумки из другого магазина утром. Вот сегодня еще. Сегодня заказ в супермаркете вечером. То, что не успели купить за день. Завтра магазины не работают у нас. В воскресенье тут никто не работает. Завтра воскресенье. Вот. Тут у нас склад велосипеда. Вот эти все, что слева, это все наше. Кроме вот этого, вот этого, то есть вот эти все наши. Ложились мы тут велосипедами, натирали с мусорников, начинили, теперь их у нас много. Все, можно отцеплять камеру. Вот это тут, на котором мы ездим с Сашкой, сидушкой детской. Вот это мы недавно нашли велосипед, который типа сломанный, но поддается восстановлению. Вот этот белый, это Любин, синий Лесин, черный это в машине ездит у нас, складной велосипед, как видите, рама у него складная. Дальше стоит этот велосипед, до которого Санек никак не дорастет, вот этот вот с зелеными колесами.
Дальше стоит тоже велосипед с большими колесами, до которых еще не дорос. Сашка, вот это тут 18-е колеса. Дальше еще один стоит мой велосипед, а дальше стоит маленький велосипед еще Сашкин, на котором он кататься не хочет, потому что маленький. Вот еще самокат наш стоит розовый. И вот это тут беговел или велобег, не знаю, как его правильно назвать. Золотистый, который золотисто-розовый. Это Сашкин тоже любимый. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять двухколесных, не считая самоката. Так вот, это еще не все, я вам скажу. Есть еще. Но они как бы, ну типа разобраны, их надо собирать еще. Не все там у них есть. Подписывайтесь.